В рамках проекта «Авангардисты Владивостока» прошла дискуссия о том, какой может стать дальневосточная столица через 10 лет. Глава города сообщил, что Владивосток может стать одним из ключевых центров, где комфортно жить и развивать бизнес. Уже сегодня каждый пятый горожанин – предприниматель. На сегодняшний день логика развития Владивостока и его экономической части – первое – это логистика, вторая – это мировая торговля, это вот прямо сейчас. Треть грузопотока контейнерных перевозок – это Владивосток. Один из трех крупнейших российских центров науки и образования там, через призму ДФУ, ДВОРАН. 5 миллионов посещений в год, примерно в раскладе 1,5 на 3,5. 3,5 российский турпоток и 1,5 миллиона иностранцев. Ресторатор Илья Сухих, отвечая на вопрос о том, каким бы хотел видеть Владивосток через 10 лет, сказал, что городу важно сформировать свою четкую идентичность. Мы пытаемся городами конкурировать с друг другом за все теперь. И за туриста, и за сотрудника, и за жителя и так далее. Наверное, ну, у нас есть некоторые конкуренты, с которыми нам сложновато это делать будет, ну, в ряду каких-то причин. Там денег больше, бюджет больше. Там город Москва, например, для меня такой конкурент. Я считаю, надо конкурировать с серьезными ребятами, тогда будешь сильным. Я вижу наш город таким знакомством с азиатской культурой. Также участники встречи выразили мнение о том, что в городе важно создавать комфортную инфраструктуру, развивать транспорт и формировать среду для ведения малого бизнеса. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.